Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Красноярском крае. По всему региону в популярных местах, скверах, парках, магазинах можно встретить волонтеров и бесплатно получить двухцветный атрибут Дня Победы. Добровольцы вы узнаете по синим ветровкам. Георгиевская лента признана одним из символов воинской славы России. Ее следует носить на груди, ближе к сердцу. Крепить ее на сумке или снаружи автомобилей категорически не советуют. Стоит отметить, что за публичное осквернение символа и вовсе предусмотрена уголовная ответственность. Акция проходит до 9 мая. Общее число лент, которое мы раздаем на территории Красноярского края, это 150 тысяч лент, которые мы выдаем любым желающим. Там много людей обращаются, в том числе это детские сады, это школы. Это, в принципе, люди, которые проходят на улице и встречают волонтеров Победы, которые готовы вручить данный символ.